Так, Юпитер. Юпитер, Юпитер. 3 октября 2021 год. Харьков, 18:29 по Киеву в Харькове. Ну, экваториальные полосы видны очень хорошо. Еще низко над горизонтом Юпитер. Сатурна я пока не вижу. Слишком светло еще. Где ж ты пропал? Ага. Так, справа Ива, спутник, ну не знаю, вам, наверное, не будет видно спутников на экране. А, вон я вижу уже и Сатурн. Ну, сейчас переключимся на Сатурн. До Сатурна 1 миллиард 400, может, там с копейками. Миллионов километров. Так, конечно, он темненько-мутненько будет виден с такими настройками светочувствительности, но зафиксировал. Сейчас вторую дублю сделаю, поярче картинка будет. Потому как на улице еще светло. Не настолько все у нас темное. 3 октября 2020.